приглашает всех сюда в битбокс. Это не ерунда. Совсем скоро ты сможешь качать города. Хочешь стать мастером бита? Йоу, добро пожаловать в школу битбокса. Взрослый мужчина ты или подросток? Двери открыты всем господам. Хоть ты здоровый дядя, хоть прелестная мадам. Сейчас не издавайте ни звука, а лучше прислушайтесь. Эти ребята делают музыку сами, и для этого им не нужны инструменты. Пятый элемент хип-хоп-культуры – битбокс. Направление набирает обороты и в нашем городе. Ограничений по возрасту для занятий этим видом искусства не существует. И если ваш ребенок загорелся, увидев в интернете, как молодые парни, издавая странные звуки, делают музыку, не отказывайте ему. Ведь битбокс поможет ребенку не только в самовыражении, но и в развитии речи. Битбокс – это практически наша речь. Все звуки практически похожи на буквы, те, которые мы говорим. Те же скороговорки, они очень помогают делать... Вот эти же самые перебитовки у нас называются. Мы начинаем, конечно же, с разминки, разминаем губы, язык, то есть тренируем мышцы, потому что они у нас недостаточно укреплены. Допустим, чтобы говорить букву «Б», нам не нужно прилагать много усилий. Чтобы говорить «кик», да, это битбоксерский звук, он делается «п». То есть это практически та же самая буква «Б», но более мощная. Самостоятельно где-то пытался выучить звуки, где-то видео смотрел, но нашли мы школу битбокса. Мы ходим год. За год вижу очень хороший прогресс. Результаты есть, видны по видеозаписям, видны по выступлениям. Результат обеспечивает индивидуальные занятия с педагогом не менее 3 раз в неделю. Без самостоятельных тренировок тоже не обойтись. Допустим, я еду домой или стою на остановке, или на работе. Я все. И все. И то есть это должно происходить все время. Звуки оттачиваются, и, ну, лучше становится. Потому что первый мой хэндклэп, наверное, был вместо. Вот. То есть это вообще нужно заниматься постоянно. Миф о том, что битбокс – дело не женское, давно развеян. Теперь даже мировые чемпионаты включают в себя батл для девушек. Девушки чувствуют по-своему это. То есть битбокс может обрести какую-то женственность. Битбокс – вроде звуки одни и те же, но каждый человек делает по-разному. Это какой-то крик души. Стать мастером бита может абсолютно каждый, уверяют профессионалы. Самое главное, что при упорных занятиях результата не придется долго ждать. Евгения Волкова, Алексей Безделов, Тюменское время.